Дорогие друзья, не забывайте подписываться на наш канал. Не забывайте ставить лайк и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. Друзья, от имени этой малышки, от имени тех, кого мы уже спасли и еще спасем, я обращаюсь к вам. Пожалуйста, помогите нам. Очень много тяжелых. Друзья, никто из нас не обеднеет, отдав на приют бездомных животных 100 рублей. А добрые дела нам зачтутся. Если вы хоть немного верите в Бога и верите, что жизнь не кончается, спешите копить добрые дела. Ведь уходя туда за черту, мы ничего с собой не возьмем, кроме нашего добра, кроме нашего милосердия, кроме нашего сострадания. Может быть, эта малышка и будет той каплей, что перевесит все ваши проблемы и откроет путь к добру. Я прошу вас, ребята. Ребенок страдает. За что? Мы не знаем. Я просто хочу попросить вас, пожалуйста, помогите нам. Помогите, я вас очень прошу. Я от всей души желаю вам никогда не болеть, ни вам, ни вашим близким и родным, ни вашим ушастым детям. С Богом, пусть Он вас хранит. Всего вам доброго. Вот так мы кушаем, головка на бок, а по прямой она не может. Но, по крайней мере, она пытается кушать, и кушать неплохо. Головка на бок только из-за того, что рана на боку. Завтра она на прием к врачу. Завтра у нас самый-самый страшный день.
И, может быть, дай Бог, самый счастливый. Завтра будем решать, что завтра обязательно надо постараться поставить ей дренаж. Малышка пытается кушать. Уже вчера начала, и вот сегодня. С врачом созвонились, и он сказал, что можно попытаться. Капельница нам не мешает, мы тихонечко капаемся. И в то же время пытаемся покушать. Только головка у нас не разгинается. Не разгинается у нас головка. Вот никак. Вот если даже так поставлю чашку. Деточка, вот сюда. Нет. Котичка, давай еще попробуем. Ну, нет, у нас головка только на бок. Только на бок. Вот так, только на бок. Сейчас, малыш, сейчас. Надо подставить под мордочку. И тогда мы кушаем. Вот, тогда мы кушаем. Тогда мы с удовольствием кушаем. Если нам под бочок поставить. Да, мое солнышко, вот так мы кушаем. Просто головка сильно свернута на бок. Помоги нам, Бог. Тише, мое золотое, тише. Все, отпускай. Пусти. Ей сейчас будет полегче. Все, моя девочка очнулась. От наркоза мы проснулись. Мы проснулись от наркоза. Все? Хорошо. Мы проснулись от наркоза. Хорошо? А здесь у нас просто... Одного капаем, а внизу играют. Да, тараканы маленькие. Да, котичка, спишь, кукрышка? Но самое главное, ребята, это наша Дэми. Она сама ест кашу. Наша Дэми сама ест кашу. Кукрышка. А это Люди, она спит. И Мини. Мини все время спит вместе с Люди. Им так удобнее. Все хорошо. Вот так наш ребенок. Пол головы, пол черепа убрали. Все держится только на швах. А ребенок ходит и радуется жизни. Да, Дэми? Дэми. Козленок маленький мой. Дэмик. Ёка моя, ну что ты? Дэми. Дэми. Что ты, таракан маленький. Вот какие у нас дела. Ну да, пока мама работает, можно поиграть. Можно поиграть. Все, а Дэми пошла спать. Встала, сама немножко кашки поела и легла спать.